секунду. Майкл, наверное, вы очень довольны результатом. Пару слов о гонке. Ну, мне не очень понравилась машина, с ней было много проблем, она была не так хороша, как я думал. И машина... Да, но вы выиграли, это прекрасный результат, вы, наверное, очень рады. Ну, у нас было много проблем с машиной, я не особо был рад. Были трудности с машиной и машина... Да, но вы победили. Я победил, да, но было очень много проблем, и мне было очень трудно, тяжело, и машина мне очень не нравилась, и машина... проблемы. Да, да, но вы же победили, это так, вы выиграли гонку. С множеством проблем, да, я выиграл гонку, но мне очень было трудно. Давайте забудем на секунду о том, что было трудно. Скажите, вы рады победе? Вы счастливы? Да, но были проблемы. Да, понимаю, было трудно, именно поэтому вам платят по 500 тысяч фунтов за гонку, и вы получаете столько секса, сколько влезет. Я хочу знать, рады ли вы победе? Счастливы ли вы? В восторге ли вы? Прыгаете ли от радости вы? Ну, было много проблем. Ты рад? Было трудно. Ты рад, я спрашиваю? Много проблем. Ты, мать твою, рад? Ты рад? Ты, долбанный французский нытик, рад ты или нет? Ты занимаешься тем, о чем мечтает половина человечества. И ты можешь трахаться с другой половиной человечества, сколько захочешь. Делает тебя это счастливым или нет? Ну, было много проблем.